Здраво! Согласно опросу фонда общественного мнения, 39% россиян считает, что жизнь в течение года в России изменится к лучшему. 34% считает, что жизнь в течение года никак не поменяется. Ну а 9% думает, что все изменится к худшему. А как изменилась жизнь уфимцев? Давайте узнаем у них прямо сейчас. Погнали! Вы за последний год стали лучше жить или хуже? Лучше. Какие улучшения у вас? Душевные. Да, тяжело, затрудняюсь ответить. В лучшую сторону, все прекрасно. Ухудшений нет, только улучшения. Конечно, лучше. Машину вот купил. Школу закончил, пошел в университет, поступил. Работа идет, бизнес в гору. Появилась новая работа, новая жизнь, все хорошо. В армию сходил, на работу устроился. А в армии как? Ну, 50-50. Ну, там на ужин просто была плохая пища. Ну, рыба вареная, мне не очень нравилась. Вам сибаса приносит, а вы говорите, нет, это не мое. Если бы лососи приносили, то другой был вопрос. Да я бы не сказал, что хуже стало. Лучше? Лучше. В чем улучшение? Можете поделиться? Ну, всякие улучшения. Единственное ухудшение – это цены, конечно. В 3 раза уже выросли цены. А так, в основном, в остальном, неплохо. Ну, как бы, как тебе объяснить? А, братка, я даже не знаю, как тебе объяснить. Ну, и не жалуется никто. Стабильности нету, как всегда. Я пенсионер же. Никак. Война была, помню. У всех было одинаково. А сегодня меняется страна, меняются люди, меняются отношения. Были заводы, были пионерские лагеря, были другие школы. Раньше я заходил, допустим, к министру спорта в России. Я сам заслуженный тренер России по плаванию. Без всяких никаких записей не было. Все воровство... Абсолютно, надо просто прекращать. За последние 2 определенно хуже. Денег стало на меньше хватать. То, что вокруг происходит, сложно объяснить, если выражаться особенно приличными словами. Морально тяжело становится под гнетом всех происходящих событий. Какой год у вас лучше в жизни был? Можете вспомнить? Лучший год в жизни... Сейчас? Ну, если прям самый счастливый, то этот год. Ну, потому что, говорю, уже устроился, начал нормально зарабатывать деньги. Каждый год я путешествую. В этом году где были? Расскажите. Дубай, Египет. Когда, да, 2020, по-моему, ну, да? Ну, когда он ковид закончился. Там ОГЭ отменили нам. Ну, мы отдыхать ездили часто. 19-й. Первая любовь. А ковид? Пахнет на это. 17-й. А почему самый счастливый? Блин, потому что поженился. 2000-й. И работал, и все было. Ну и сейчас я тоже работаю. 80-е, люди другие были, времена. Самые лучшие годы, может быть, это в молодости, но, в принципе, я и сейчас не жалуюсь. Вам год нужен или именно число какое-то? Можно и число. 1 января. А какого года? Всех годов. Любого? Конечно, потому что у меня день рождения, да, мне поэтому это... А, во, хорошо. Да. Как думаете, через год мы станем лучше жить? Ну, должны лучше, а как же? Если мы с вами не будем верить в то, что оно улучшится, нам с вами незачем жить. Ну, блин, учитывая, что нам время от времени подкидывают приключения сверху. Надеюсь, конечно, но особо не рассчитываю. Ну и надеемся, что, может, пенсию еще добавят. Пенсия-то растет маленечко, а цены-то ой-ой-ой как растут. Ну, может, не хуже, но лучше, по-моему, нет. Уже страшно загадывает, но мне кажется, что станет хуже. Вы думаете, хуже? Да, я пессимист по жизни. А вы как? Самое главное, чтобы хуже не стало. Да. Если не унывать. Если не унывать. Все будут лучше жить. Ну вот и все. Меня зовут Мир Коздравич. До скорых встреч.